Итак, всем привет, с вами снова я, Кузяма79 и... Его друг. Да, мой друг. И сегодня мы продолжаем снимать вторую серию, второй сезон, третью серию. И сейчас мы, когда сделали небольшую паузу, мы построили небольшой мост. То есть мы счетерили. Ну, так было, чтобы удобнее ездить, так, потому что через воду мне как бы не очень удобно переплывать. Поэтому вот, больших изменений нету. Просто мост сделали и все. И что ж, давайте дальше продолжать. Так, давайте. Вам будет все говорить Саша о своем студенте, ну и что он делает, как он снимает он. Что делает? Я копаю по земле. Ничего. Что ж такое, мою камень? Я просто принимаю. И закрываю там дверь. Сань, ты чё, психанул тут так? Где нашёл? Нет, ну честно, где нашёл? Просмотришь видео, узнаешь. Ну я знаю, что ты их не добыл. Я вообще-то нашёл хорошую пещеру, и там были почему-то алмазные блоки. Реально? Да. Не обманывай. Не обманывай. Слушай, скажи нормально, чё это? Нашел, представляешь, пещеру. А-а-а, я понял. Да. Это, кстати, редкие такие пещеры только попадаются, если честно. Вот. Вот я такую одну нашел. Ты не понял. Походу, я избран. Ты что, слышишь, как я ломаю? Так, ладно, я буду стрелять. Где? На каком берегу? Где? На нашем? Моя бабушка курит трубку. Черный, причерный табак. Где мы возродились? Моя бабушка курит. В другом у меня? Где мы живем? Где наш дом? Зачем ты там дом-то строишь? У нас же есть. Это бункер. Ну хороший же дом. У нее ничего не осталось. У
я сейчас убиваю семью алмазным топором. Из ней ничего не выпало. Да. Я сейчас убью овцу. На овца, 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 овца. Двух ударов. У меня теперь 4 шерсти. Так, я сажусь в вагонетку. Ну, сначала я ее сам. Я могу топором ломать целую вагонетку. Стрип, вообще ничего такого странного нет. Ну что, как тебя? А что это за... А, тростниковая ферма? Ты ее сделал? Обернись. Как? У нас вырос гриб. А, мне показалось. У нас гриб был. Мне показалось. И туда рыбу там. Это не дом. Я буду делать это, но не знаю. Не дом? Да. Ты же не хотел сделать. Мне тоже тяжело. Короче, давай здесь будем жить просто. Согласен? Здесь. Да? Для кого? Это не ты там пропустишь, а ты сейчас куда роешь? Туда же? Нет. Я пойду там, где я умер. Я сейчас спустился туда, куда я, где я умер. А как ты здесь сломаешь, если... Я чуть не упал. Ты чё меня согнул? Ты чё? Ты меня ударил. Ты психанул, пошел ко мне прям. Ты там взял мои алмазы? Нет. Они все забыли. Ты взял? Нет. А у тебя в сундуке есть этот кирки? Железо. Ой, или железо. Егор. Что? У тебя есть железо. Посмотри, вдруг в твоем, типа. В моем? Ты туда клал? Я туда наложил. Да? 9 стаков. Я лавлю. Чё там? Да? Да, мы теперь туда не упадем. Ура! А повод? Мне нужно... А, я тебе отдаю 6 железа. О, я железо нашел. Зачем оно нам только? Я поехал. Я хочу тебя
Что? Слушай, ты хромашь, ты пиздец, давай уже делай работу. Я работал, пошел копать. Я пошел копать. Я на самом первом острове буду копать шахту. Ты знаешь такое слово? Шахта. Знаешь, как сказал шахта? Кстати, я под воду. Да? Откуда знаешь? Капает? Капает? Нет. Стоп. Как ты весь остров прошел? Не, не понял. Что мне не видишь? Нет. Хорошо, сейчас. О, боже, какой мужчина.